С новостями культуры познакомлю вас я, Наталья Малиновская. Здравствуйте! Сегодня в 21 раз торжественно открывается Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Его участниками станут представители 28 стран мира, среди которых Болгария и Великобритания, Грузия и Израиль, Италия и Казахстан, Куба и Латвия, Польша и Россия, Украина и Швеция и многие другие государства. Постоянно расширяя свою географию, знаменитый смотр бережно хранит традиции. Так, главной фестивальной площадкой был и остается 6000-летний амфитеатр, где и будет дан старт очередному празднику МОЗ. Об открытии смотра объявит президент Беларуси Александр Лукашенко, патронирующий всемирно известный культурный форум в Витебске. Он также вручит свой президентский приз – специальная награда через искусство к миру и взаимопониманию. На сей раз достанется популярному певцу, народному артисту России Льву Лещенко. В нынешнем году ему исполнилось 70 лет. Эту дату он отметит своим бенефисом на Славянском базаре в Витебске. И все-таки основной интригой Славянского базара остается международный конкурс молодых исполнителей. В нынешнем состязании участвуют начинающие певцы из 21 страны. Жюри конкурса возглавил знаменитый композитор Максим Дунаевский. В целом же в программу Славянского базара вошло 75 разнообразных культурных проектов, концертов, выставок, спектаклей, кинопремьер. Проходить они будут на 11 площадках. Фестиваль продлится до 18 июля. Далее о выпуске «Новости спорта».